Итак, всем трем и доброго времени суток, это канал Ленивого Дмитрия, и мы продолжаем World of Warships. Так, меняем порт, Марсель, Филиппины, Дракон, Дюнкерк, Гавайи. Не, на Гавайях жарко. Блин, давайте просто в океане посидим. Да. Ну двигайся. Да, в океане скучно. Ну чё, понеслась? Так, случай. Стоп. Ну это ладно, а вот это что? Да не хочу его выбирать. Ай, ладно. В топку. Короче, поплыли. Сейчас. Это видео, к сожалению, длинным не будет, потому что мне тут уже немножко поздновато по времени. И шуметь особо не получится. Поэтому. Хотя я в прошлое видео тоже говорил, что оно долгим не будет. В итоге на час получилось. Главное не слить. Ну, я играю все время по одному бою на корабль. То есть я не буду прям вот, знаете, по принципу, вот обязательно надо снять там 100% этот бонус кораблю. Нет, такого не будет, ребят. Просто по одному бою и все. В данном случае я сейчас больше всего заинтересован в прокачке именно америкосовской ветки, ну, по той простой причине, что она больше всех прокачана. Вот и все. Уай, что такое? Не, я пойду влево. Не то я нажал, я не на... Я все гудок пытаюсь вспомнить. В общем, поплыл я за розовым хмырем. Кто у нас? 35 тысяч. Кто-то большой и страшный. Тут зря я его вперед пропустил. У нас просто так получилось как-то коряво. Ну ладно, ничего страшного. Силы противника на горизонте. Ну, сейчас мы им устроим. Да, это у нас линкор. Что-то я реально тупанул. Так, пушки на разворот. На, получи. Красота. Чувак, уходи. Подставляйся. Где? Так, вроде ни в кого впилиться. Ну ты смотри, а вот привязался, гаденыш. Ага.
Чё? Как это? Я уничтожу. Это как это я ухитрился? Нифига себе. Вы это слышали? Я, конечно, тот еще рукожоп, но, блин, как я... Ракетой, что ли, у него попал? Ой, ракетой, говорю, торпедой. Обалдеть. Да иду. Ядренка черешка. Да, живу пока. Правда, на соплях. Мне сейчас только прятаться. Я сейчас больше ничего делать не смогу. Мне сейчас одно попадание и привет.
я не хочу. Привет. Да, конечно, то, что я своего уничтожил, это, пардон, пиздец. Ох, что ж, я держался сколько мог. Ладно, теперь попробуем на Вайоминге. Блин, не нравится мне океанский порт, честное слово. Пусть будет. Где у нас Черное море? Я бы, честно говоря, О, вот же он. Точно. Санкт-Петербург. Я помню, что здесь вроде был Санкт-Петербург. Смотрю, балбес. Есть, чтоб мышку слегка подергать. Вот. Да уж, мечта всех американских вояк, наверное, блин. Ну чё, поплыли. Чё-то да. Жил, конечно, в этот раз долго, но... Блин, вот этот вот торпедный залп, на котором подорвался мой собственный кораблик, это... Чёрт. Чёрт. Это реально вообще... Как-то это немножко обидно. Ну так, чуть-чуть. Так, ну я так понимаю, мне на точку С сейчас. Да, чё вариантов-то? Блять, откуда муха? Мне, блин, срочно нужна кошка-мухоловка. Кошка-мышеловка у меня есть. Так, поворот сразу сюда. Да. Поплыли. Полетел уже, блин. Разведка ему нужна. Может, станцевать еще, блин? Желаю всем удачи. Да, точно. Большое спасибо. Так, ну ладно. Вроде все норм. Ползли потихоньку. Про тут чувак что-то загорает. Мне не нравится. Сейчас как рванет вперед, блин. Или он меня, что ли, пропускает? Ну, это правильно, да. Меня надо вперед пропускать. Они что-то, я смотрю, что меня вперед пропускают. Ага, и поехал, да? Умник. Алло, эй. Че, ослеп, что ли? Куда ты прёшь, блин? Поехал он, блин. Капец, блин. Стоял, подождал, пока я подойду, после этого рванул. Ну ты уж либо... Езжи. Нужна разведка. И поплыл на точку Б. Молодец вообще. Молоток, чувак.
У нас там один разведчик летит вперед уже. Да налови, парень. Все тебе. Ни в чем себе не отказывай. Я, правда, фугасными пуляю. Пойдет. Э, ну что мне с пушками-то? Они не в меня. Вот тебе, приятель. От всей, так сказать, моей души. Держи, ни в чем себе не отказывай. Ох ты ж, батюшки. Больно. Торпеды справа по борту. Мимо. Торпеды справа по борту. Блять. Пожарная тревога. Так, надо уходить. Что-то как-то у нас тут вообще не весело началось все. Ну давай. Только один. Кто у нас такой? Попробуем. Куда? Ну куда он лезет один, а? Нельзя же так. Пушки поворот. Торпеды справа по борту. Торпеды по правому борту. Вражеский эсминец потоплен. Ну, так. Нифиг мне тут. Панику наводить. Торпеды и торпеды. Что теперь? Даже потопил кого-то. Дело дрянь.
Не, в целом сейчас, кстати, очень хорошо сработали, хочу сказать. То есть и мы так это более или менее. Кстати, а чё? Лечиться надо пока. Чё, давай, доворачивай на точку С. Всё, без фанатизма. В целом неплохо. В принципе, я говорю, как я уже говорил, линкор только в одиночку довольно-таки, ну, скажем так, грустное зрелище. А два линкора рядышком, это уже ей как весело. А если им еще тут, как говорится, эсминчик, крейсерик рядышком, ну, такая красота, что? Да вернуть орудие. Дайте только выплатить, ребят. С таким удовольствием туда садану. Опа, опа, они две точки цапнули. Плохо. Давайте прямым ходом на точку. А, то есть вообще вон как. Сейчас мы чуть-чуть сильнее, да? Блин, совсем нехорошо. Команда противника близка к победе. Плохо. Да ну ладно, ну хорош. Чё близка-то? Ничего она не близка. Ребята, нас не бросаем. Пошли на точки. Их четверо, нас пятеро, блин. Должны как-нибудь справиться. Ребята вдвоем идут, да? Точку цапать. Ну, блин, их четверо. Двоих как бы мы видели.
А где еще двое сидят? Блин, проигрывать неохота. Слово совсем. Блин, а! Команда противника получила преимущество. Лови, привет. Все тебе. Пс, да. Продуем. Давай продуем. Зря наш чувак там в одиночку с тем схлестнулся. Надо было с нами плыть. Прямым ходом. Хотя мы не успеем, скорее всего, сейчас уже. Тут разве что только снимем кого-то. Чувак, видишь, боится к нему. Да, проиграли. Мы тупо не успели. Вот так вот. Продул, лошара. И там продули. Пиздец. Штраф за урон Саи. Ну да. Утопил, блин, одного своего. Эх. Чё за жизнь? Ну давайте... На Орлане поплаваем. Кстати, стоп. Давайте на Орлане поплаваем. А я же могу себе новик купить. Могу? Могу. А чё я его не покупаю, кто мне скажет? Да уйди ты. Угу. Так, тогда Орлан мы... Наверное... А, кстати, где Новик-то? А, я не купил. Блин, я же не купил. Так, стоп, подожди. Вот же Новик. О, купить. Так, тогда мы сейчас с Орлана. Талия Жукова. Пересадим. А, так, стоп, подождите, а давайте тогда здесь. Ну ладно, что ж теперь. Что поделать, что поделать. Так.
полезно. Пусть будет. Так, все. А тем продаем, товарищ. В смысле? Ну нет командира. И что теперь? Продано, ё-моё. Так, теперь с Новиком. Чего у нас тут? Новик-то умеет. Модули. Не хватает. И тут не хватает. Черт. Новик ничего не умеет. Ну ладно. Поплыли. Раз ничего не умеет, поплыли. Сейчас еще один бой сделаю. И действительно хватит на сегодня. Я надеюсь. Может, на немца еще попробую. Ну давай, давай. Так, ну тут пушек с пушками слегка повеселее. Так, ладно, пойдем, наверное, справа. Там у нас кто? Там у нас 20 тысяч, 18... О, тут у нас сплошные эти крейсера получились. Ага. Ну ладно, хрен с ним. Все, мы пошли. Этот чувак мне наперерез рванул. Зачем-то. В центр рвется. А, фиг с ним. Я по центру не хожу. Жу-жу-жу-жу-жу. Не, серьезно, ну это, блин, идиотизм. Сколько раз центр выплывал, там просто как это. Я не знаю, эсминцы еще как-то могут что-то делать. А меня вечно. Бабах, и до свидания. Так, ладно, фиксанули пушки. Да нахер это надо? Плывем и все. Тик. По морям, по волнам. Нынче здесь, завтра там. Я не помню, как эту песню петь. Или это? Та-т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 ам. Та-та-та-та-та-та-та-та-там. Ну а что, подходит? Кораблик у меня подходящий. Одно из двух. Или сюда вообще никто не поплыл, или мы сейчас конкретно нарвемся. Так, уже. Кто это там? Ох, ёкаламане. Ох, ё. Вот это мы нарвались. Да хрен тебе во всю морду. Иди ты в жопу, блин.
хрена себе у них дальность. Слышь, ребят, завязывайте, вы чё? И продолжают шманять, то есть я ухожу от них прямым курсом просто. Неполадки устранены. Жесть. Вы чё, шутите, что ли? Это я не полезу, блин. Обалдеть. Что-то у меня... Да, вот куда ты? Ну куда? Зачем ты туда лезешь? Пиздец, короче. Торпеды справа по борту. Ох, ёб твою мать, одну точно поймаю. Обе. Пока. А нифига себе. Вот это плохо. Говна кусок, а. Да. Чётко, как говорится. О, понятно. Я сваливаю. Мне тут делать нечего. Героически подыхать я не намерен. По крайней мере, прямо сейчас. Пойду к своим. Может, там что повеселее будет. Хотя... Что-то у нас сегодня слив за сливом, ребят. Не полезу я туда, там несколько эсминцев и два крейсера, блин. Чё там делать буду? В броню им стучаться. Жалостливо. Ну, по-моему, мы здесь продули, я не знаю, что-то у нас... Один вообще... А, у нас один... А, нет, не АФК. Обновляю виды по правому борту.
Эх, черт. Команда противника получила преимущество. Да, не успел. Чет сегодня вообще отвратительная ситуация. Чет так хорошо начали второе видео с... Как его? Слив за сливом, блин. Ну давайте на Колберге попробуем. Ну хоть где-то должно сегодня получиться. Я тебе дам выйти из очереди. Вообще какое-то нездоровое преимущество в последнем бою было. Что-то я даже не посмотрел, какой там уровень против меня выступал. Что-то дальность у них вообще запредельная была. Но, с другой стороны, у меня, конечно, корабль не прокачанный нифига. Может, еще в этом дело? Ну ладно, хрен с ним. Не все коту. Масленица. Не, серьезно, все, вот это последний бой. Если я сейчас проигрываю, неважно, выигрываю, ухожу счастливый, проигрываю, просто ухожу, потому что явно не мой день. Ну, точнее, уже ночь. Ну ладно, у меня третьеуровневый Колберг с целой кучей пушек по бортам. Это означает, что крутиться на месте я могу с офигительной, как говорится, с офигенно полезным, с офигенно большим КПД. Вот. Тут реально заговариваюсь, блин. Так, и кто у нас в итоге попёр? Один из минец. Один. Угу. Ну ладно, допустим, точку А мы цапнем. По-любому. Так, надо взять самый край. Угу, нормуль. Вот так и плывем. Чуть-чуть еще повернуть, чтобы задняя пушка тоже участвовала. Вот, есть. Всем удачи и 7 фунтов под килем. Угу, 7 фунтов под кил там, блядь. Так, Цешку они уже захватывают. Мы начали захват Ашки. Все логично. Но на Б, кстати, мы тоже первые. Смотри-ка. Наши ребята там уже половину зацапали. Блин, может хоть здесь повезет, а? Тут что-то уже вообще несерьезно как-то. Капец. Я сейчас, это, знаете, посмотрел на свое количество жизни. Показалось, что у меня 1830. Назад. Я чуть это, со стула слегка не упал. Зачем назад? Сидите там, блин. Вас сейчас никто не сшибет. Ах ты ж балбес, а. Ну нет, на самом деле правильно. Туда, похоже, подавляющее количество врагов попёрло. Сейчас надо как-то грамотно их там всех принять. Угу. И
что такое? Куда у меня пушки кладут? Не успела. Пиздец какой-то. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ну я что-то не увидел, что я уперся, блин, уже. Не, все. Хватит на сегодня, ребят. Что-то я не знаю, это реально не мой вечер. То ли я туплю, то ли противники такие классные. В общем, все. Спать. Ой. Нахер. Ну ладно. Хоть так. И Новик. Ой, все. Так, все, 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 все. Идите нахер. Ладно, в общем. Всем спасибо за просмотр. Всем ставьте лайки, дизлайки. Дизлайком не удивлюсь в данном конкретном случае. Пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Вот. И всем пока-пока. А я пошел рыдать или бухать, пока еще не решил. Ладно, все, всем пока.